Так, я нахожусь 1 февраля сегодня, значит, на Большом Знаменском переулке. Вот, ну, назван в честь знамени, церкви Знамени Божьей Матери, вот, которая здесь находилась. Ну, тут Малый Знаменский, Большой. Вот здесь вот дом, ну, он такой уже советского типа, значит. Здесь вот памятная доска, что с 1972 по 1987 год Андрей Иванович Белов жил здесь. Ну, военачальник. Вот. Ну, я его, правда, даже не слышу. Здесь много зданий, значит, относящихся к музею имени Пушкина, вот, соответственно. Вот там вот здание Министерства обороны, там же здесь вояки бегают. Вот, вот и, значит, вот сейчас я по нему пройду. Вот, ну, я иду по этому Большому Знаменскому, вот там вот здание, относящееся к Министерству обороны. Вот, вот здесь вот как бы проходит, здесь, что я, ну, как бы могу сказать, то, что я читал, что здесь где-то даже есть дом, в котором жил Денис Давыдов. Вот это вот как бы, ну, такое вот интересное, что я как бы прочел. Ну, в принципе, вот так. Ну, здесь все можно, идти можно, но узковато, конечно. Вот, ну, так вот.